Друзья, привет! Вы на канале Леди Ди. Леди Ди. И сегодня у нас киндеры Чаггингтон. Давайте открывать их вместе с нами. Ой, как много. Давай, начинай. Я помогу тебе по упаковке. Диана очень любит этот мультик, и мы решили купить киндер-сюрпризик и посмотреть, какие там паровозики. Яшка будет в моей ушке открывать. Всё, открывай. Давай, молодец. Давай сразу игрушки будем доставать. Давай, открывай. Ой, колесико поставили. У нас такой есть. Паровозик. Как его зовут, Диаш, твой паровозик? Не помнишь? Мороженщик. Мороженщик. Правильно. Мороженщик. Покажи ребятам упаковку, какие там коллекции паровозиков. Ну, покажи. Еще. А, ты хочешь следующий? Ну, открывай. Я пока мороженщика пособеру. Ой. Ой. Коко попалась. Коко? Ура! Здорово, наконец-то. Коко! Тебе синдриси. Так, я пока собираю. Тут наклеечки отдельно. Диан. Смотри, мамочка! Мороженщик, он не приклеили наклейки. Смотрите! Кто там? Еще один киндер. Давай открыли. Оп, еще открыла. Мы с тобой просто наклеечки еще не наклеили. У меня Коко никому, Диана. Ооо! А не, папа вот не ударил. Ой, только мне попался. Диа, это от Коко наклеечки вот это? От кого это? От Коко. Смотрите, ребят, Леш, покажи наклейки-то. Ничего не показываешь. Вот. Вся коллекция паровозиков. Да, Диаш? У нас мороженщик попался. Коко. И вот этот вот такой фиолетовый паровозик. Как его зовут, мы не помним. Это... Если вы помните, ребят, Коко. Напишите. Коко зовут. Это Коко, а вот этот вот фиолетовый кто? Я бы не помню. Нестора? Там же мы с Денисом с тобой. Или просто его на киндере не доставили, да? На киндере. Как здорово. Смотрите, глазки уже появляются у нас. И сейчас еще сзади фары приклеимый. Готов паровозик. Симпатичненький такой, кстати, говоря. Мне попался. Вот это. Амбан. Мне амбан попался. Леша, смотри, канал, спасибо, спокойно. Амбан. Попался. Здорово! А как вот этого паровозика зовут, Диан, ты не помнишь? Это... Аббан! Так, постой, мы не будем собирать зовут. Пока, спрячем его. Оп. Вот так. Сюда будем складывать пустые ячейки. Ну, мама! Пустые яйца. Ну, мама, все в шоколаде у нас. Мама, почему ты ешь паровозики? Не, паровозики я не прячу, паровозики наоборот у тебя есть. Я распаковываю, мама пока собирает. Тебе колесики вставлять паровозиком. Да? А ты пока распаковывай. Оп. Так, что там? Не попался. Так, это фиолетовый, вот это паровозик. Давай. Мамочка, тут так прям шоколад. Сбрасываешь неаккуратно. Очка один мне. Сейчас смотрите, я вот этот тоже паровозик готовлю. Очка, что ты его раскрыл? Опять такой же, ребят. Третий паровозик фиолетовый. Ничего себе. Вот это да. Третий паровозик уже. Повторный.
Идешь. И счастливый. Давай, открывай. Дай, пока туда их уберем. Боюсь, что он не попадется. А, может, это собираем? Например? Не боюсь, что попадется. Она собрана уже. Пап, снимай. Я все это все укрываю. Давай, открывай. Что это? Коко? Да, да, киска. О, опять повторный. Это кто, Диаш? Коко. Опять Коко попался нам. Ой, ребята, повторных у нас очень много паровозиков. Чувствую, коллекцию мы сегодня не соберем. Да, Диан? Давай. Посмотрите, здесь такие наклеечки идут каждому паровозику. Паровозик состоит из двух частей и двух колесиков. И вот. И такие наклеечки наклеиваются. Получается, вставляются сюда колесики. Ой. Еще. Вот. Игрушка. Котенок, ты торопишься. Я не попадется игрушка. Не волосы, это попадется игрушка. Попадет тебе игрушка, да. Интересно, какая. Давай мама шоколадку будет открывать, Диаш. Попалась. О, такого у нас еще нет. Какой-то красный паровозик. Доставай его. Доставай, зайчик. Лысый. Лысый мне попался. Кто это? Лысый. Ой, ну как хорошенький. Давай соберем его сразу, Диана. У нас такого еще нет. Давай соберем. Так, наклеечки покажи. Ой, какой красивый паровозик. Красный, здорово. Это хорошо, что не повторный. Лысый. Лысый. Не попался лысый. Лысый попался. Уистон? Уистон? Нет, лысый. А, Уилсон. Молодец, мам. Потом мы их всех скрепим, они скрепляются вот так вот, да? Поедем. В общем, состава. Ой, такой у нас уже тоже есть. Кто это? Не помню, что его зовут? Амбан. А, это вот тоже он, да? Дамбар. Дамбар. Ну, это Дамбара потом соберем, да? Следующий откроем. Дамбар у нас уже есть тоже. Амбан. Давай, бери следующий кинг. Посмотрим, что там. Бьюстон, думаешь? Сегодня. Кто там? Ну, это как весна шкала. А, еще один такой, четвертый. Мочка, мне Бьюстон не попался. А может быть, здесь Бьюстон взяешь? У тебя еще один остался. Киндер? А может быть, там твой Бьюстон будет? Да? Ну, что мы делаем? Бьюстон хочет, чтобы попался, да? Да. Ну вот заветное яйцо, посмотрим, будет там бюстер или нет. Да? Да. Так, ну давай смотрим, смотрим. Кто там у нас? Шоколад. Опять, да, повторно. Да, ребят, коллекцию мы не собрали. Получается, из всех 12 киндер-сюрпризов нам попалось 1, 2, 3, 4, 5 паровозиков. А в коллекции всего, в коллекции, 11 паровозиков в коллекции. А у нас все коллекции пока только 5. Вкусный шоколад, Дианочка?
Ну что, ребят, как вам наши паровозики? Паровозики вообще симпатичные. Жалко, что столько повторных попалось. Но мы все равно соберем коллекцию, да, Диан? Вытираю футболку. Смотри, как там. Без носика стал. Сейчас будем пока-пока. Ну что, друзья, собрали мы все паровозики. Напишите в комментариях, понравились они вам или нет. Нам, Дяшечка, очень понравились, да, Дяш? Симпатичные. Дяша! Не понравились? Диан, тебе не понравились? Ну, все были. Тебе не понравилось, потому что тебе все не попались, да, Диан? Да? Ты хотела паровозики, чтобы все было, вся коллекция, да? Вот, Дианочка расстроилась, что не вся коллекция у нас получилась. Ребята, и вот если кто-то знает из вас, как вот этого зовут паровозика, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, потому что мы не знаем, забыли, как его зовут. Вот такие паровозики. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Да, Дяш? Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.